Так я говорил ему, волчья ягода. А Матроскин черника, черника. Все варенье волкам отдать пришлось. Это, конечно, интересно. Но вообще-то мы хотели узнать, как у вас Вера Павловна мандаринами объелась. В общем, я решила. И папа меня поддержал, что вам нужна помощь. Когда-то и я жила в таком чудесном доме. Мадам, вы за сметаной? Не готовы еще, вечером приходите. Какой милый котик. Брысь. Собачка, надеюсь, привитая? Знакомьтесь, это Маргарита Егоровна, ваша няня. Наша кто? Мам, ну зачем нам няня? Чтобы нам с папой было спокойнее. Теперь можете ни о чем не волноваться. Работайте себе, а мы знакомиться будем. Маргарита Егоровна? Как зовут? Дядя Федор. Феденька, значит. Не Феденька, а дядя... Поверь мне, мальчик, я знаю, как выглядят дяди. И знаю, как выглядят непослушные мальчики. А это что за чудесное дитя? Никакого уважения к заслуженному педагогу. Да, над дисциплиной придется поработать. Совершенно верно, Маргарита Егоровна. Дисциплины и порядка в этом доме не хватает. Эта комната мне подходит. Несите сюда мои чемоданы. И вообще-то я здесь после обеда отдыхаю. Дед! Мама! Мама! Мы с твоей мамой составили список книг для внеклассного чтения. Это на сегодня. Телефон и другие игрушки сдаем. Как это сдаем? Они ж мне для работы нужны. Еще одно слово. И для работы тебе понадобится только цепь и конура. Правильно, Маргарита Егоровна. Может, он теперь чем-нибудь полезным займется. А у меня, между прочим, молочное предприятие. А у меня, между прочим... непереносимость лактозы. Ну, раз для дисциплины надо, Гаврюша, за старшего. А где мои коровки? Им здесь было тесно, и я их отпустила. А для оранжереи... это помещение очень подходит. О, как ты валялся в ногах у меня. Ты весь извивался. Нам надо срочно отделаться от этой Маргариты Мегеровны. Ха, проснулся. Тебе ж нравилось дисциплина и порядок. И нравилось. Хочу, чтобы все было как раньше. Тама-тама. Нет, это уже слишком. Надо, чтобы она сама захотела уехать. Через 5 минут обед. Манная каша с комочками. Затем тихий час. А мне, я думаю, будет очень полезен пикник на воздухе. Привет, соседи! Можно я у вас в коровнике переоденусь? Искупаться хочу! Боюсь, на речке велосипед сопрут. Да делайте вы что хотите. Нам теперь все равно. Эй, воспитуемые! У вас что, нет корзинки для пикника? А вот же подходящая корзина. А ты смышленый, Феденька. Дядя Федор, ты гений! Печкин на велосипед ее в прыжок сотрет! Вижу, огурчики решили выращивать. Молодцы!
Я от вашего молока уже в детство впадать начал. Ха! Что же вы наделали, ироды? А это не мы. Это няня вон наша, Маргарита Мигерна. Слышите? В доме поет. Сейчас я вашей Маргарите Гангреновне голосок-то подправлю. Ну все, можно ее чемоданы обратно выносить. И больше не смейте без стука вламываться к даме будуар. Понятно, понятно. Фух, вот эта женщина. Кого-то она мне напоминает. Маргарита Егоровна, корзиночку вашу куда определить? Под тем деревом на кровати, Игорь Иванович. А сливки где? Виноват. Одну минуточку. Сельпо сгоняет. А вы что стоите? Марш в дом. Каша на столе. Потом чистить зубы и спать. Ничего, мы проиграли сражение, но не проиграли войну.